Сегодня профессиональный праздник в России отмечают кинологи и, конечно, их подопечные. Четвероногих напарников начали оформлять на службу правоохранительные органы 107 лет назад. В Санкт-Петербурге был открыт первый в стране питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков. Чаще всего привлекают в профессию овчарок и лабрадоров, реже встречаются колли, бассеты и блендхаунды. В Краснодаре работают 70 кинологов и 49 служебных собак. Только в этом году они помогли задержать 468 правонарушителей и раскрыть 43 преступления, среди которых кражи, грабежи и разбой.